Здравствуйте, ребята! У нас урок математики, и проведу его с вами я. Сегодня мы поговорим о том, как сравнивать и упорядочивать числа до 1 миллиона. В нашей жизни часто приходится сравнивать разные числа. Ну вот, допустим, вы пришли в магазин, имея при себе определенную сумму денег. И для того, чтобы быть уверенным, что ваших денег хватит на оплату покупки, вы должны сравнить количество денег, которое у вас есть, и стоимость товаров, которые вы хотите приобрести. Как же научиться сравнивать числа? Посмотрите на числовой луч. Еще в первом классе вы познакомились с тем, что числа на нем расположены в порядке возрастания. Из двух чисел меньше то число, которое на луче находится левее, и при счете его называют раньше. И больше то число, которое на луче находится правее, и при счете его называют позже. 2 меньше 4, а 4 больше 3. 5 меньше 9, а 9 больше 6. А вот если надо сравнить числа 9 и 11, сравнить эти числа можно двумя способами. Первый тот, о котором мы только что говорили. Число 9 на луче находится левее 11. И при счете его называют раньше 11. Значит, 9 меньше 11, а 11 больше 9. Но есть и еще один способ сравнения чисел. Число 9 однозначное, то есть записано одной цифрой. А число 11 двухзначное и записано двумя цифрами. При сравнении чисел большим будет то число, в котором больше цифр. 235 больше 52. 7500 меньше 2005. А теперь сравним числа. 268 и 419. Они оба трехзначные. И на луче они не стоят рядом. Поэтому сравнивать их по месту нахождения на числовом луче и по количеству цифр мы не можем. Сравнивать их будем поразрядно. Начинаем сравнение с высшего разряда. В этих двух числах такой разряд сотни. 2 сотни меньше 4 сотен. Дальше эти числа сравнивать не надо. Большим будет то число, в котором больше единиц высшего разряда. Значит, 268 меньше, чем 419. Сейчас мы сравним числа 2719 и 2648. Высший разряд в обоих числах – единицы тысяч. И в одном, и в другом числе они одинаковы – 2000. Сравниваем следующий разряд – сотни. В числе 2719 их 7. А в числе 2648 их 6. 7 больше 6. Значит, и все число 2719 больше числа 2648. Мы уже знаем ответ, и сравнивать дальше эти числа не имеет смысла. Правило. Проверяем количество разрядов в обоих числах. И больше то число, в котором разрядов больше. Если разрядов в числах одинаковое количество, то сравниваем количество единиц поразрядно. Процесс сравнения начинается со старшего разряда и продолжается до нахождения неравных значений разрядов. Откройте свои учебники на странице 16. Учимся сравнивать числа. Давайте попробуем сравнить числа 4865 и 9231. Рассмотрим эти два числа. Число разрядов в этих числах одинаковое, так как при записи этих чисел использовали одинаковое количество цифр. Поэтому сравнивать эти два числа мы будем поразрядно. Вы видите, что каждый разряд обозначен одинаковым цветом. Начинаем сравнение с наивысшего разряда, то есть с единиц тысяч. Сравниваем 4000 и 9000.
4 меньше 9. Значит, и все число меньше. Мы уже знаем ответ. И дальше сравнивать эти числа не имеет смысла. 4865 меньше, чем 9231. Сравниваем следующее число. 15674 и 12950. Рассматриваем эти числа. Высший разряд в обоих числах – десятки тысяч. И в одном и в другом числе они одинаковы. Это 10 тысяч. Сравниваем следующий разряд. Единица тысяч. В числе 15674 их 5, а в числе 12950 их 2. 5 больше 2, значит и все число 15674 больше числа 12950. Мы уже знаем ответ. И сравнивать дальше эти числа не имеет смысла. Продолжаем сравнивать. Сравниваем 346875 и 342807. Высший разряд в обоих числах – сотни тысяч. И в одном, и в другом числе они одинаковы – 300 тысяч. Сравниваем следующий разряд – десятки тысяч. Они тоже одинаковы – 40 тысяч. Следующий разряд – единицы тысяч. В числе 346875 их 6, а в числе 342807 их 2. 6 больше 2, значит и все число 346875 больше, чем 342807. Мы уже знаем ответ, и сравнивать дальше эти числа не имеет смысла. Рассмотрите следующие числа и попробуйте сравнить числа самостоятельно. Вспомните ход рассуждений. Сравниваем числа по разрядам. Двести одна тысяча восемь и 201080. Сверьте свой ответ. 201008 меньше, чем 201080. А почему? Правильно, потому что цифра десятков меньше у первого числа. Сравнили 0 и 8, значит и все число меньше. Объясните, а как сравнивают числа, у которых разное количество цифр? Посмотрите в учебник на задание ниже. Так как числа большие, многозначные, начнем с того, что разобьем эти числа на классы, отделив справа три цифры класса единиц. Так удобнее определять, равное или нет у них количество цифр. Вот теперь мы прекрасно видим, что первое число пятизначное, а второе четырехзначное. Значит, 23685 больше, чем 2368. Мы сравниваем по количеству разрядов. Больше то число, в котором больше разрядов. Сравните. 5907 и 590714. Правильно. 5907 меньше, чем 590714, потому что у первого числа разрядов меньше. Итак. Числа можно сравнивать разными способами. Способ первый. Сравнение по расположению на числовом луче. Из двух чисел, которые размещены на луче, больше то число, которое расположено правее, и меньше то, что стоит левее. Способ второй. Это сравнение по количеству разрядов. Больше то число, в котором больше разрядов. При этом проверять количество единиц в каждом разряде не надо. Способ третий. Сравнение по разрядам. Если разрядов в числах одинаковое количество,
Переходим к третьему способу. Сравниваем количество единиц в каждом разряде, начиная с высшего. Сегодня на уроке мы с вами научились сравнивать числа тремя способами. Чтобы закрепить полученные знания, составьте древо своей семьи. Назовите своих родственников от младшего к старшему. Для справок пользуйтесь учебником на странице 16. Ну вот и пришло время нам сегодня прощаться. Продолжайте работать самостоятельно. Будьте внимательны и до новых встреч. Спасибо вам за внимание.